Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И у нас сегодня окончание турнира. Так что забираем свой приз. И это у нас... Армагон. А ну-ка, сколько нам выдадут? Так, ё-моё, звездочки мне нужны. Вы сейчас поймете для чего. 20 карточек Армагона. По-моему, я его смогу сегодня открыть. Так, серебряные кристаллы и золотые, по-моему. Так, ежедневные награды, Лига Сёгунов. Блин, награду получил ежедневную вот за эту лигу, да? А награду получил, к сожалению, за другую. Ладно. Так, и у нас, смотрите-ка, новый вызов, Лига Лео. И, ну, девичья сила, это уже повторение. Ладно, в любом случае, мы сегодня это посмотрим. Ну, а начнем, пожалуй, с заданий. Все это забирать, реварды, призы и так далее и подобное. Открывать, конечно же, будем колоды с вами. Так, что у нас здесь? Давайте глянем там. А, Паукус, по-моему. Да, ребята, именно он. Хорошо, вторая колодочка у нас пошла в путь. И у нас там кто-то есть. Кто это у нас там? Я что-то не могу. Ах, Караюшка, змея. Ну ладно, отлично, ребята. Здесь мы тоже заберем мутаген, баксы, $5, телепорт. Ага, и Эйприл О'Нил ДНК. Угу, Кунаичи, одну карточку дали. Хорошо, забираем. Так, отличненько. Ух ты, серебряные осколки мне теперь стали доступны. Вот это новость, вот это вот хорошо. Скоро и до Сплинтера дойдем. Так, ну что, ребята, значит, поднять уровень одному персонажу. Да я, по-моему... Оу, ну вы посмотрите, ну это просто красота, ребята. Армагона сегодня мы с вами откроем. Крису, скорее всего, поднимем ранг. Мутагеноида тоже ранг ему поднимем. Нет, не ранг, а звезду. Или ранг, хрен его знает. И, наконец-то, Эйприл Кунаичи еще получает у меня одну звезду. Но это чуть-чуть попозже, сейчас будем с вами поднимать уровень персонажу. Какому только? Ну, естественно, самому слабенькому, самому нижнему. И это у нас Леонардо получается, да? Естественно, на, лови левел. Задание мы сделали, забираем ревард. Так, шикандос, сразиться в боях, так, пройти серию испытаний. Ладно, сейчас, ребята, мы этим займемся, но сначала давайте-ка поднимать ранг Крису Брэдфорду. Так, отличненько, просто шикарно, ребята, 4 золотые звезды. Ха-ха, так что, Крис, поздравляю, теперь ты уже не сосунок, ну-ка покажи что-нибудь. Опа, во, молодец. Так, ладно, одно дело сделали. Теперь у нас Армагон. Давайте его нанимать. Вау. Круто. А что у него за скиллы? Так, укус акулы. Армагон грызет врагов смертоносными челюстями. Вероятность 10% вызвать отложенный урон в течение одного хода. Ага. И нужен корабль побольше. Армагон стреляет акульими ракетами во врага. Разрушитель. Вероятность 25% уменьшить силу атаки на 50% в течение одного хода. Слушайте, неплохо. Такой он великолепный, а? А что ты делаешь? Ну, покажи мне. Опа, опа. Ох ты, ну ты прям, блин, силач. Ух, молодец. Ладно, мы его потом, ребята, попробуем потестить. Ну и мутагеноид. Давай развивать, у нас хватает мутагена. Ух, у нас мутагена за глаза, ребята. Он получает 3-ю медную звезду. Слабенький еще, но все впереди. И получает он новый перк. Не в себе. Мутагеноид сотрясает землю, поражая всех врагов. Разрушитель, опять же, он. Увеличивает силу атаки на 5%. Ну, что-то ты, братишка, слабовато как-то. На 5%, ладно. Держи улучшение. Ступень вторую получает у него этот не в себе. Ну и, конечно же, у нас Эйприл. Вторая, как говорится, карточка у нее. У нас есть просто Эйприл, вот она. А это Эйприл Кунаичи, которая якобы постигает искусства боевые у самого Сплинтера, поэтому ее прозвали Кунаичи. Так, хорошо. Давай мы будем тебя развивать. Ты получаешь у меня вторую звездочку. Всего лишь вторую, да. Маленькую звездочку. Но маленький шажок для тебя... Большой человек, ой, большой шажок для нас в будущем. И ты получаешь у нас слушать не хочу, да? Эйприл поражает врага психическим импульсом. С вероятностью 25% будут заблокированы положительные эффекты статуса в течение одного хода. Вот так. Близость к врагу у нее.
Замечательно, ребята. Так, Крис Брэдфорд, что ты можешь? Ах, ты у меня уровень можешь поднимать, да? Ну, это хорошо. Только не говори, что ты можешь его поднять до 60. А почему и нет-то, ребят? Моим же можно, например, Рафаэлю и Зеку. Ну, соответственно, и Крис тоже поднимет. Но у меня не хватит, ребята, мутагена его прокачать по полной программе. Да? По-моему, так. Ну, мы попробуем. Давайте ему полностью тогда вкачаем, сколько у нас тут хватает. Все, больше нету. 52 уровень, замечательно. Ну, а мы с вами переходим к заданиям. И у нас пройти серию испытаний. Давайте мы ее быстренько сейчас пробежимся. Набираем команду свою. Крис уже полноценный член этой команды. И... так-так-так, давай Шреддера возьмем. Блин, мне бы вот и либо Шреддера, либо Рокзара до 4 звезд прокачать, я вообще был бы рад. Так, ну что, ой, мелюзга это. Сейчас быстренько мы их подчикаем здесь. Знаете, выкусите мелюзга. Так, маусов подбили. Ну и последняя волна у нас тут. Фу, опять же Бибоп, кстати, вся эта мелочь. Так, выкусили. Давай-ка, Шреддер, своим суперударом. Готово. А, нет, смотри-ка, не готово еще. Ладно, давай мы вот этого добьем, наверное, свертухана. Уй-хоу! Нормуль. И... нет, давай вот тебя уничтожим. Маусы, вы же любите там орать во всю глотку, а нам это не надо. Ну, ну что ты, что ты, что ты. Вот, блин, тигр тоже, кстати, ребята, у меня сдает позиции. Такой ватненький становится. Его надо усилять, но карточки очень проблематично на него найти. Они в основном в таких паках, в редких находятся. Ну что же, пропускаем. Все, ребята, мы с вами сделали задание. Забираем ревард. Да-да-да-да-да, все тут у нас на мази. Так, забрали. Звездочек, звездочек у нас прикольно, очень много. Мы с вами, наверное, что-нибудь еще купим за них. Посмотрим. И у нас сразится, да? 3 боя и еще тут 10. Хорошо, мы будем делать с вами, как обычно, все по стандарту. Ищем, кого у нас, у кого у нас ближе всего. Так, вот, в принципе, Пиццелики, мы можем его. 3 карточки, ну давайте найдем 3 карточки на него. Ага, 3 карточки, конечно, дай бог одну-то найти. Ну, одну уже нашли, замечательно. Давай еще, еще одну и будет все хорошо. Ну, вот, вот это молодец. Так, одно задание выполнили, забираем. Ну и еще 7 боев. На кого же нам искать-то эти карточки? Я даже пока и не знаю. Мутагеноид у нас все у него пучком. Так. Черт, а. Не знаю, ребят, не знаю. Как-то очень все далеко так находятся. Ну, давайте тогда, наверное, на Рокзара поищем. Подожди, не сюда нажал. Давай найти. И будем... можно, в принципе, Леонардо прокачать. Обычного, стандартного. Самого первого, которого нам давали. У него вроде бы тоже там не очень много. Смотри-ка, 2 карточки уже дали. Ну, давай третью. Ну, во, молодцы, спасибо большое. Уважили дядюшку Рея. Ну, а теперь, да, вот, Леонардо можно найти. У него, кстати, причем в 3 видах можно находить. Вот, первый, второй и третий. В 3 боях, поэтому на него можно накопить очень быстро карточки. Вот, одна уже есть. Давай следующую. Мне хоть телепортов-то, но хватит, а то раздухарился здесь. А, ну, в принципе, 31 карточка. Так что нормуль. Все хорошо. Давай. Вот еще один выпал. Так, давай-ка вот здесь прошуршим. Так, ну все, ребят, 2 задания выполнено. Давайте забирать ревард отсюда. Отлично. Вот так вот, замечательно. И теперь мы с вами отправимся. Так, у нас, естественно, сегодня будет лига. В магазин. В магазин, в предметы. И ищем с вами, кого же мы будем брать за вот эти вот монетки. У меня 114, да? Ну-ка, давайте определимся. Я даже не знаю, кого лучше взять. Вот тут много надо будет. Тут, в принципе, не так уж много. Ну, да что такое? Армагон у нас уже есть. Ну, если только единственное, мы можем его дальше прокачивать, набирая на него карточки.
А можно, кстати, вот чего. Давайте-ка мы вот этого вот приобретем себе. Рафаэля Космос. Почему бы и нет? Все, отлично, ребята, у нас 5 карточек, то есть мы его открываем. А дальше вот здесь, помните, да, ребята, я говорил, что буду копить вот эти вот жетончики для того, чтобы купить вот этого носорога Рокстеди. Да, и я накопил, и мы его покупаем. У нас еще 2 новых героя появляются в копилочке, я очень этому рад. Ха-ха, Рокстеди кролик. У меня, кстати, Бибоп есть кролик, теперь еще и Рокстеди. Танцует он мне тут. Ну, одна звезда, да, маленький, слабенький, ну и что, зато открыли. Остальное уже, как говорится, дело техники. И Рафаэль Космос. Кстати, из серии Космоса у меня еще пока никого не было. Но мне кажется, что Армагон, он тоже какой-то из серии Космоса. У него такой костюм, скафандр опупенный. Так, отлично. Здесь мы вроде бы все сделали. Да, надо, кстати, посмотреть, что у нас в магазине есть за... Вот эти вот, за сюрикены. Подожди, подожди, это же, по-моему, не здесь. Это, по-моему, у нас не здесь. А где же у нас, я уже забыл. За эти мы можем покупать с вами. А, вот здесь вот. Ну, смотрите, тут у нас Гекка. 5 карточек фиксит, давайте возьмем. И я уже забыл, как величать. Короче, его тоже возьмем. Ну, у нас еще хватает сюрикенов, так что нормуль. Переживать не стоит. Ну, теперь давайте посмотрим, что у нас там за испытания новые. Так, значит, Лига Лео. Нам будут даваться карточки Лео. Ну, давайте попробуем хотя бы для начала первый бой. Оу, ну ладно, здесь еще мы как-нибудь выкрутимся. А дальше будет очень тяжело, потому что у меня из раскачанных, если так можно назвать, только Шреддер и Карайка, остальные все ватные. То есть мы дойдем где-то с вами, может быть, до 3-го боя. Это в лучшем случае. Ну ладно, не будем гадать, давайте смотреть. Так, здесь мы всех завалили. Без проблем, они всего лишь 12 уровня. Тут даже, как говорится, и думать нечего. Будем делать суперударами, чтобы сразу их нокаутировать. Ну, давай-давай, кто там у нас? И вот они, черепашечки. Так, ну-ка давай. Блин, надо было не это делать. Ай, ладно, какая разница. Раздавили и бомбанули. Оу, выжил. Отлично. Ну что же, карточка нам Леонардо однозначно достается. Тут к бабуле не ходи. Ну давай, давай, давай. Так, и мы пробуем с вами продвигаться дальше. У нас тут какие уровни? Что такое? Да нет, я не это нажал, я хотел вот это. 25-е. Ну, здесь тоже мы должны справиться. Может быть, конечно, не на 3 звезды. О, родная тля стоит и ждет. Нате вот вам кунаи. Так, и тут... А, у нас 3 волны будет, да? Хорошо, ладно, давайте звезданем всем тут. Ну, все... Ах ты, ты смотри-ка. Кирби выжил. Умудрился как-то все-таки. И двигаемся к последней. Так, у нас здесь вот, вот не нравятся мне вот эти вот грибочки. Поэтому я их буду, наверное, ребят, в первую очередь бомбить. Так. И интересно, нет, он, наверное, хотя попробуем. Не справится он. А, нет, смотри-ка, грибок завалил, молодец, умница. Давай, Карайка, пыхти. Ну и Шреддер кого-нибудь тут, наверное, добьешь? Добил, молодец. Так, это что такое? А-а-а, Леонардо опять комиксы у нас там смотрит. Или мультики какие-то. Ну, не имеет значения, короче, досмотрелся он свое. Все, здесь, ребята, очередная наша победа. Но... как вы знаете, еще много раундов впереди. Наверное, третий это будет заключительный у нас. Потому что, как видите, не фартануло мне с выбором героев. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Слушайте, 25 и 35 уровни практически на пределе. Хорошо, поехали. Будем бороться. Так, тараканы у нас, да? Хорошо, ну-ка попробуем их. Опа! Не упали. Я об этом вам и говорил, что враг уже становится сильнее и будет проблематично его завалить. Ну, а ему, естественно, все это будет просто, если он будет у меня бить Ваньку или того же короля. Потому что они по уровню очень слабенькие. Им ничего не стоит забомбить их. Так. Отлично. Так, а вот у нас... А, нет, ребят, это не последняя волна.
Но в любом случае будем ее разбирать. Ух, упали. Давай-ка этого кота в морозильной камере забомбим. Да чтоб тебя. Ну, Шреддер, не подведи меня. Умница. Так, и третья заключительная волна у нас в этом поединке. Ух, опять эти грибы. Ладно, давай бомбанем один из них. Ага, упал. Ну и массовой стрельбой. Да, вот видите, уже слабовато. Гриб уничтожаем в первую очередь. Все. Ну, а теперь уже, как говорится, на наш выбор. Давайте вот этого, потому что у него сопротивляемость идет меньше. Так, Леонардо, мы тебе попробуем вот так сделать. Сработало. Так, что он там? Опа! Ха, промахнулся. Ну, что ты там точишь свои мечи? Ах, скорость-то повысил, да? Ну, а я думаю, тебе это не пригодится. Все, падает он. Отлично, ребята. Ну что же, здесь прошли на удивление. Ну, посмотрим, что у нас там будет дальше. Так, растем, скоро уровень будет. Так, Леонардо, видение. Такого тоже у меня не было. И что же у нас тут? Вот оно, вот об этом, ребята, я вам и говорил. 45 уровни, плюс на 4 звезды. Ох-хо-хо-хошечки. Я думаю, что вряд ли мы здесь справимся. Даже не буду тратить, наверное, сыр, а лучше сразу пойду в испытание девичья сила. Как вы знаете, здесь у нас все, по-моему, женского пола, и нам, соответственно, нужно тоже набрать такую команду себе. И мы сейчас ее... Да чтоб тебе, они у нас идут все платиновые, да? Ну да, девчонки идут платиновые, поэтому берем так, так и кунаичи. Больше у меня никого нету из женского рода. Слушай, а почему ты Шреддер у меня здесь затусился, а? Давай-ка мне Рафа сюда нафиг. Ну что, давайте попробуем, докуда мы с вами здесь сможем дойти. Так, понеслась, как говорится. Нате вам всем. А, что я делаю? Тут же они ватные. Тут можно даже не переживать по этому поводу. Какой тут у нее массовый? Вот что за удар такой у тебя? А, нет, это одиночный, к сожалению. Так. А вот это что такое? Ага, понял, будем знать. Ух ты. Что это ты делать будешь? Ну ничего себе, она электрическим разрядом бомбит. Ну, будем знать, потому что я ни разу ей не играл. И поэтому для меня как бы диковинку ее новые вот эти удары. Так, а что у нас еще есть у карайки? Что это за глаз такой? Так. Ох ты, массовый, понял. Будем знать, что вот это массовый удар у нее. Ну, здесь все довольно легко и просто. Продвигаемся с вами, естественно, дальше. Так, мы получаем карточку карайки. Это уже хорошо. И здесь у нас Эйприл будет доступна, да? Поехали. 20 уровня у нас враг. Естественно, это легкий. Тут даже думать нечего. Будем просто бомбить и все. Ой, здорово, учителя. Как жизнь молодая. Давайте вот так вот сделаем. Опа. Потом вот так. Вертухана. И ногой прям. Вот. Молодец, Эйприл. Причем, да, представляю, такая Эйприл обычная. И это, кунаичи встретились, ё-моё. Так, ну что, тут у нас последний. Давай вот так вот. Не будем париться здесь. Ого. Они устояли. Вы представляете, ребят? А ну-ка. Да, что ты будешь делать? Эйприл стоит и не падает. Молодец, красава. У нее, видимо, такой мощный иммунитет к нашим атакам был. Хорошо, здесь мы также справились и будем продвигаться дальше. Карточка Эйприл нам доступна. Так, здесь будет карточка Карайки. Поехали. 35 уровни. Слушайте, интересно, вот я смотрю, вот у меня 20 уровень, ну, как говорится, 5 платиновых звезд. То есть, получается, они раскачаны по самому максимуму или по самому максимуму для своего 20 уровня. Вот чего мне хотелось бы знать. Как же это вот посмотреть? Не знаю, не помню. Как-то ведь данные же можно глянуть, характеристики. Ну ладно. Об этом все потом. У нас, ребята, с вами 23 сыра. Тратим еще 5. Ну, на пару боев хватит, если мы, конечно, с вами умудримся до туда дойти. Ну-ка. Ага, слегли, отлично. О, и грибочки. У меня как раз, ребята, по заданию убить этих грибов. По-моему, 500 штук нужно, чтобы я этот выполнил анчивочку. Так, ладно, не будем мельтешить. Вот так вот. Мимо? Да как же ты мимо-то могла, эй?
Эйприл. Так, здесь у нас... Блин, ну давай вот так сделаем. Хопа. Что-то не сработало ни шиша. Так, давай вот этим веером своим бомбанешь. Блин, нет, не получилось. Так, а ты копьем? Ну, пробей. Ну, хотя бы постепенно урон повесили, и то. Хорошо. Так, теперь падает, и у нас остались ватные. А, нет, у нас еще осталась карай-змея. Так, она делает... Понятно. Давай-ка мы вот этот статический разрядик бомбанем. Оу, карайка вообще даже не почувствовала, что это такое. Стоит целенькая и невредимая. Хм, ну-ка, пробьем ее или нет? Да, мы еще запретили ей использовать навыки. Отлично. Ну, эй, ну как же так? О, два раза, молодец, умница. Ну что ты тут брыкаешься? Все, отдыхаешь? Отлично. Так, ну здесь победили, все хорошо, на 3 звезды. Получаем с вами карточку карай-змея, по-моему, да? Ну, да, карай-змея, отлично. И двигаемся дальше. По-моему, раньше вот здесь я не смог проходить. Да, я здесь встревал. Но у меня тогда было очень мало персонажей. По-моему, если не ошибаюсь, была только Карайка и Эйприл. Кунаичи не было и Карайки тоже не было. Поэтому мне приходилось двумя женскими персонажами играть. Ну, а остальные были такие обычные. И они здесь проигрывали. Как-то странно. Вроде бы мы играем, там можно карточку кота взять. А здесь, как видите, его нету. Хорошо, ладно. Попробуем. Погнали, ребята. 4 волны у нас здесь. Это уже... А многовато для нас, по-моему. Ну-ка, эх, смотри, не падает уже с первого раза. Ладно, будем потихоньку разбирать. Ага, здесь получилось и... Ах ты, смотри-ка, стоит. Стоит, гаденыш, и не дергается даже. Так, блин, сколько вас здесь? Я даже не знаю, ну давай так попробуем. Побольше... Ох, да что ж такое-то? Не айсово получилось как-то, ребята. Очень не айсово. Так, ладно, этот упал. Давай-ка попробуем добить. Нет, не получилось. Слушайте, массовый я, наверное, приберегу на последнюю волну. А здесь пока попробуем так разобрать. Тем более, как видим, они не особо тут сильны. Я бы даже сказал, вообще ватные. Так что давайте их бомбить. Так, ну-ка, пробьешь? Ой, да ты вообще, ну что-то ты как-то слабенько бьешь. Я не понимаю, почему. Видимо, ребята, сказывается 20 уровень. Да, ей вообще-то... Я взял ее, потому что она как бы платиновая, все дела, женский облик. Думал, все будет хорошо, но все-таки 20 уровень дает о себе знать. Слабовато. Слабовато она. Так, и у нас... А, это только третья волна. Давай тогда так сделаем. Ну, скорость понизили. Ладно, понизили скорость. Кого нам... Вот надо лису убивать, потому что она очень мощная. Ага, понизили атаку. И, ну, давай попробуем так сделать. Что это? Вау! Веером-то как классно у него получилось. Ну, да что ж ты, мимо, ё-моё. Так, ладно, ребят, делаю я провокацию. Делаю провокацию и... Нет, смотри-ка, мы еще можем разочек ударить. Так, ну-ка, давай-ка кунайками. Оп! Так, замечательно, получилось все хорошо. Смотрите, они даже ничего не могут сделать. Как я им круто замедлил все, а? Не-не-не, у тебя этот фокус не пройдет, родная. Ну, так, здесь подбили. Давай-ка мы эту маленькую колдунью. Так, все, справились, ребята. Ну и осталось только Эйприл у нас здесь. Ну, давай ты ее разбирай. Это же, по-моему, Кунаичи, да? Да, именно она. Да. Ах, ё-моё, 4-я волна. Блин, это же этот Крэнк в кукле в этой. Слушайте, ну, надеюсь, мы справимся. Я что-то забыл, я думал, там у нас последняя волна. Хорошо. Ух, ну что ж, будем пытаться. Ага, нормуль получилось. Так, ну, по крайней мере, хотя бы урон наносим. Так, это что у нас такое? Йо-хоу, мимо. Отлично, Ян. Бум, а он зато не промазал. Он не промазал. И лишил нас Кунаичи, ребята. Ну, давай вот так попробуем. Замедлим? Замедлили. Замечательно. Что он там чудит? Ага, бомбит что-то. Ну-ка, как тебе вот это? А если мы еще тебе
с вертушки. Ну-ка, давай, карай, не подведи меня. О, красава, еще и оглушили его. Так, ну и добьем, наверное, копьем. Получится, нет? Хоу, нифига мы на него там и постепенный урон, чего только не было на нем. Да, легко и просто, ребята, мы здесь справились. Правда, потеряли, конечно, свои кунаичи. Из-за этого у нас вышло всего лишь на 2 звезды. Но самое-то главное, что прошли. Вот она, морозильная кошка нам достается. Ну что, ребята, будем пробовать с вами эпизод 5. Давайте хотя бы глянем. Ой, 55 уровень, ребят, тут... Тут к бабке не ходи, мы проиграем. Слушайте, а давайте попробуем. Да, я, конечно, не спу... Кстати, мы вот это можем убрать и поставить сюда... Вот так вот, да ведь? Кто нам запретит? Никто. И, предположим, мы уберем... Если мы уберем Карайку и поставим Криса, мы в этом выиграем или нет? И я... Черт, я не знаю. У нее тут 44 уровень и как-никак 5 звезд платиновых. А здесь 4 звезды, но 52 уровень. Ай, была, не была, ребята, фиг его знает. Не ругайтесь, не кричите, не возмущайтесь, ребят, я пробую. Я экспериментирую, может быть. Как говорится, на свой страх и риск. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж вы, крысы, делаете, помойные, а? Как же вы достали уже. Ну-ка, Крис, давай посмотрим, как ты бьешь. О, вы смотрите, как он приголубил эту крысенку. Очень мощно, блин, так, тихонько. Пока мы не будем, ребята, хилиться с вами. Нам это ни к чему в данный момент. Попробуем так разбомбить их. И у нас это получается. Так, вторая волна, у нас всего 4 охламонки, да, вот эти вот, значит. Не будем мы пока ничего тратить. Так, замечательно, я вот думаю, провокацию стоит. Наверное, нет, пока не стоит. Ну-ка. Ага, хорошо, мне бы, ребят, знаете что, массовый какой-нибудь удар хороший такой. Ну, давайте вот это попробуем. Ага. Так, замечательно. Ага, не смогли пробить, вообще великолепно. Просто шик и блеск. Карай, держись, держись, держись. А, на ней стоит уклонение. Это тоже очень большой плюс для нас. Упало и последний в этой волне. Отлично, ребята. Переходим на третью. Воу, здесь грибочки. Здесь у нас грибочки поганые. Что же нам делать-то? Надо их сносить как... О, мимо. Ай-яй-яй-яй-яй, это же роковая ошибка, блин, была. Все, пошли в бой. Блин, Карайка, думаю, сейчас упадет у меня. Хотя не факт. Хотя не факт, ребята, пробуем. Молодчага, Зек, просто красава. Так, что у нас там? Нам... Оу, тихо-тихо. Нам нужно, ребята, наверное, подхилиться. Провокацию нет, не будем пока ставить. Я потерплю. Давай, хилимся нафиг от греха подальше. Все, теперь я спокоен. Давай добивать. Отлично. Минус крысеныш. И минус должны таракана сейчас этого нахлобучить. Давай с вертушки ему. Вот так вот. И четвертая волна. Да, вот, ребята, вот эта вот лисица здесь, конечно, мощнявая. Но мы сделаем, наверное, знаете как? Для начала мы повесим для себя провокацию. У нас к тому же уклонение висит. Поэтому я думаю, что вряд ли им так легко получится нас пробить. И будем разбирать. Так, морозильную кошку, потому что я знаю, что она будет хилять. Давайте с нее, пожалуй, мы и начнем. Успеем, не успеем, это уже другой вопрос. Ну, ай. Ага, замедление есть, ну-ка давай-ка. Во, хорошо, замедление повесили, ребят. Так, ну, естественно, естественно, она бомбит. Но не пробивает меня. Но, тем не менее, она не промахнулась. Блин, понизили мне атаку, а, ты посмотри. Ладно. Хорошо, пока терпим, ребята, пока у нас все норма. Не успею я, наверное, завалить. Так, сделаем тогда Крисом помощь. И бомбим, наверное, да? Ну, попробуем. Завалим, нет? Нет, мы промахиваемся. Блин, черт подери. Сейчас она отхилит. Ну что ты, таракан, выделываешься, ё-моё, а? Вот так вот, с удара просто. Мне надо морозилку эту завалить. Да что ж ты будешь? Неужели у них от такой офигенный уворот стоит? Да, по ходу дела, ребят. Уворот еще тот. Ну, хотя бы колдунью завалили. Это уже хорошо. Ах ты, провокация закончилась. Блин. Так, Карайка, тебе здесь не рады и тебе здесь не место. Крис, держись, держись там у меня.
Так, я думаю, что нет смысла, пока у нее стоит у ворот, бомбить ее. Все равно мы промахиваемся. Лечиться мы тоже пока не можем, только на следующий ход. Естественно, мы попробуем с вами снять с него. О, сняли мы у ворот. Какого лешего ты? А, у тебя контрудар, что ли, я не могу понять, стоит. Хе-хей. Ну что, ребята, добиваем. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо. Держись, зэк. Держись, родной. Ну-ка, вот так вот ей, молодец. Прописал-то хорошо, так, с вертушечки. Малорик не подвел меня. Ну что же, ребята, мы прошли. Как видите, на 3 звезды очень хорошо. Собрать лисица у меня тоже ее нету. Не было. Не на 3 звезды, да? Нет, на 3. Это здесь мы с вами не на 3 не успели. Ну что же, давайте посмотрим. Ну здесь, наверное, да, ребята, здесь уже, я думаю, даже смысла нету дергаться. 65 уровни. Мне что, просто, знаете, как завернут в рулет, порубят на кусочки и положат в холодильник отлеживаться. Поэтому не буду я туда идти. Не хочу позориться, одним словом. Ну что же, нас ждет. А, смотрите, у нас здесь сегодня есть битва за осколочки. Давайте-ка, наверное, мы с вами подеремся маленько. Вот так вот. Осколки нам всегда нужны, поэтому пропускать это дело нам не стоит. И вам не рекомендую, потому что потом для поднятия ранга будете очень сильно жалеть, что в свое время когда-то не дрались за них. Так, ну я, конечно, здесь далеко не уйду. Я, по-моему, максимум до золотых дойду, и все, и там меня положат отдыхать. Так, 8 осколков есть. Так, здесь у нас 16. Вот 16 я получу, и, по-моему, все. Дальше я, к сожалению, пройти не могу. Не хватает у меня силенок потянуть этого Бакстера, блин. Ну что ты тут делаешь, чудило-то, а? Раф, ё-моё, ну мог бы бомбануть. Ну зачем ты делаешь провокацию, я не понимаю. Ты смотри, он тут ракетами своими пуляется. Все, ребят, сосредоточились, давайте ему. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо себя ведешь, Бакстер, плохо. Вот, отдохни лучше. Ну что, 16 осколков мы получаем. И все на этом, по-моему, ребята. Дальше я не смогу. Он там валит очень жестко. Ну, я попробую все-таки. Сколько здесь? 8 осколочков. Ну и максимум еще дает там 16. Ну, до туда я даже не доходил. Ну, смотрите, ребята, 60 уровня, да, у него 5 звезд. И причем у него такая скорость атаки, что мама не горюй. Я один раз бью, а он там по 2 раза успевает ходить. Ну, естественно, один выстрел. Сейчас мои все вот эти вот Леонардо и черепашка-робот просто упадут. Ну и вот, ну что... Подхиливается, ну естественно. Вот, вот, ребята, вот чего и требовалось заказать. Нет, смотрите-ка, выжили еще. Умудрились как-то. А вот теперь все, хана. Все. Ой, Раф, ну ты вот дурачка врубаешь. Ну вот нафига ты это делаешь, блин? Как будто вот это вот сейчас спасет. Ай, дурила. Ладно, ребята, автобой, он и в Африке автобой. Ничего святого. Да, конечно, Лео. Да, ребят, не получается у меня пока этого олуха осилить. Слишком слабенький. Нам нужен 80 уровень, чтобы его, как говорится, рвать в клочья. Но это все мелочи, потому что у нас, ребят, начинается... Да-да, именно турнир, именно лига. И именно туда мы сейчас с вами направляемся. Начинаем мы, естественно, с самого нуля, поэтому... Будем начинать с моих самых-самых маленьких персонажиков. Любую волну здесь возьмем. Тут никакой абсолютно разницы нет, кто у нас будет. Итак, самый маленький у меня. Кстати, можно прокачать. Давайте-ка мы сейчас кое-что с вами попробуем сделать. А, у нас же не хватает вроде бы мутагена, или есть? Не помню, ребята. Так, ну 5000 мутагена еще есть. Давайте мы с вами попробуем прокачать. Ну, Армагона, например. Так. Делаем. Насколько хватает. Все, да? 24 уровень он у нас получил. И у него, по-моему, ничего не могу выучить, да? Никаких навыков. А если даже и смогу, то у меня не хватит мутагена на это дело. Навыки. Да, нет у него ничего. Ну и фиг с ним. Давайте-ка попытаемся что-нибудь сотворить этакого. У нас, кстати, награды будут Рафаэль Космос. Давайте-ка посмотрим, если я даже до сюда дойду. 20 карточек. 20 карточек, это, по-моему, я смогу
Да, я смогу его просто-напросто приобрести. Так, ну а сейчас давайте в бой. Выбираем и туда, в самый конец. Начинается у нас с 20 уровня, значит, будем брать... Вот, пожалуй, отсюда начнем. Да. Будем отсюда начинать. Ну, я думаю, что здесь и автобой неплохо, наверное, справится. Проверим. Ой-ой-ой, как-то слабенько бьем мы, ребята. А этот вообще у меня не прокачанный. Ты смотри, он подхилился. Ой, как бы здесь, ребята, не встрять бы нам. Позоримся тогда на весь белый свет. Так, караечка, давай-давай, карайка, падай, а, пожалуйста, падай. Да какой же ты, блин, ватный, а, Майк. Давай, бомбани хорошенько-то. Да. Не, Леонардо всегда был крепким, тут я ничего не могу сказать. Но не до такой же степени-то, а. Причем с таким еще уроном колоссальным. Все, отдыхает. Ну, прошли. Прошли, как говорится, слава богу. Двигаемся с вами далее. Заодно получаем мутаген. В общем, все дела. Вау. Сразу же на воин перепрыгнули. Продолжаем в бой. Так, ну что, кого бы нам сейчас выбрать? Давай-ка вот здесь вот этого возьмем. И нам надо выбрать. Так, возьмем Кунаичи. Возьмем Рафа, Армагона и Хана хотел взять. Нельзя, только троих можно. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут получится из этого дела. Ага, ты смотри, смотри как. Так, мне хочется посмотреть, ребята, что вот это за удар такой. Вау. Ху, он еще и массовый, вот это меня радует. Теперь будем знать, что нам прокачивать. Вау, Хан упал, все. А ну-ка, давай-ка. Пью. Так, Стокман, ты достал? А, решил подхилиться, ну ладно. Хрясь, неплохо укусили. Ну и остался лишь у нас Бакстер, который сейчас получит. Надеюсь, мы успеем его забомбить. Блин, неплохо, кстати, Армагон бьет, мне нравится. Челюстями своими жесткими. Вот такой в очках ботаник. Хорошо, 210 мутагена получили. Двигаемся с вами дальше. Ага, воин, 2 звезды. Поехали. Так, берем самые максимальные, ребят, значения. А тут все одинаково. Так, хорошо. Это будет у нас Хан. Это будет у нас Рокстеди. Это будет у нас Ванька Партизан. Что это за... Что за фото? Что он-то показывает? Эх, не увидел. Ладно. Поехали, на тебе. Дополнительная атака, вот гад. Ну-ка, давай массовым. Хорошо прописали. Так, Хан, давай-ка вот так вот. Мне, кстати, нравится у него третий перк, который он изучивает потом. Это понижает всем удары. По-моему, еще там слабость вешает. Ну, мне что-то его так в лом раскачивать, если честно. А надо бы. Так, ну что, мы здесь прошли. 231 мутаген заработали. Нет, не перепрыгнули, но после этого боя я думаю, что мы перепрыгнем с вами на следующий ранг. Так, где у нас тут параметры повыше? Вот здесь. И выбираем. Так, у нас тут 20 и 18 уровни. Кейси, Раф, Майк, Ксевер. Ну, а, ё-моё, я все время забываю, что их тут трое. Привыкаешь просто постоянно пятеро и кликаешь до бесконечности. Ага, Рокстеди здесь, да, значит. Ну, нам нужно его в первую очередь уничтожить, потому что огнемет его мне совсем не нравится. Надеюсь, успеем. Ну-ка, Раф. Шик-шик. Да, молодец, красава. Справился. У, Лео тут свои вертушки. А если я вот так вот сделаю? А? Ну, досталось, к сожалению, птичке. Я просто не увидел, что у нас цель висела на этой птичке. Я хотел прописать для Лео. Ну, какая разница нам, да? Что Лео, что воробушек этот там летающий. А что, ребят, неужели в мультике был вот этот вот голубь такой? Если был, то напишите мне в комментариях, блин.
И лучше скажите, в какой серии, я обязательно посмотрю. Так, ну что, поехали. Здесь у нас, опять же, без разницы, кого брать. У них у всех одинаковые награды. И начинаем. Так, Север, Макмен, Гекко и Пиццелиций. Поехали. А почему я, ребят, начинаю с самого конца и вот набирать вот это? Мы как раз подойдем с вами вскоре уже к мощным игрокам. И там уже я буду использовать своих основных бойцов. Что это такое? А вот, кстати, к Северам я никогда не играл, поэтому не знаю, что у него тут за удары. Ну-ка. Ага, какими-то ножичками там бомбит. Так, тихо, давай капицелиться своими сосисками. Оп-оп. Ну что ты, в инвиз уходишь? Ну, а, нет, ошибся. В инвиз ты уходишь немножечко по-другому. У нас по-другому проходит анимация этого дела. На тебе. Ну давай, пиццелицей. Ну что ты, елки-палки, добить-то не смог. Ах, ламонище, я не знаю. Главное, откуда-то достал, да, там пиццу, сосиски. И все это, опять же, поглотил. Интересно только, откуда он все это достал. Ну что же, давайте дальше продолжать. Так, тут у нас 12. Да, в принципе, опять нет никакой разницы. Но я возьму тогда кого-нибудь полегче. И это будет... Давай вот этого вот. Так, выбираем. Бибоп, Мутагеноид, Крип и Кейси. Так, тут уже четверо, да? Давайте пытаться. Так, с кого начнем? Ну, я думаю, с Хана, наверное, скорее. Ах ты! Так, у него контратака, да, висит? Хорошо, получи, гаденыш. Атакует. Ну-ка. Давай, Кейси. Брось свою бомбочку эту. Нет, этот все на подхиле, а, сидит. Не может жить без подхила. Так, хорош укреплять, Крис. Мы сделаем массовый удар. Бум! Слушайте, очень хорошо сейчас работана была. Прям великолепно. Мутагеноид своими вот этими вот массовыми атаками меня порадовал. Есть смысл его немножечко подкачать. Ну что, мы переходим с вами уже в элиту. Пока одна звезда. Продолжаем наше путешествие. Ну давай, давай. Так, 13-13, опять же нет никакой разницы. И тогда я возьму кого-нибудь полегче. И я считаю, что это, наверное, будет вот здесь. Или вот здесь. Ну, мне вот это вот не нравится, этот провокатор. Хотя здесь тоже провокатор. Рокзар. Ладно, давайте вот это вот. На кого вначале намечался, на того и пойдем. Не будем, как говорится, путать карты. Так, 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 так. Я думаю, что должны потянуть. Тем более у меня здесь змей-ковьюн с золотыми звездочками. Причем у него там скиллы прокачанные. Должны потянуть, ребята. Ага, бомбанул. Ну что, давай, наверное, этого разбирать в первую очередь, чтобы он не успел встать в провокацию и не мешать нам. Так, успокойся, Майки. Ну-ка, давай-ка, звезда не его. Эть, нормуль. Так, массовым. Шикарно, сейчас будет, наверное, хилить. Ну, естественно. Для чего он еще здесь находится? Для того, чтобы хилить. Делаем себе дополнительную защиту. И все, ребята, мы в куражах. Теперь нам просто остается... Так, он будет, да, усилять команду, конечно. Только хотел сказать, блин. Хорошо, ладно. Ой, зачем я это сделал? Зачем я провокацию сделал этим? Ай. Хорошо. Надо как можно... Давай звездочками. Шук. Ну, звездочки у меня не прокачаны, поэтому не удивляйтесь, что он так хреновенько ими бьет. Да ладно, ты успокойся. Так, держишься? Молодец. На, на. Вот так. Невзначай, да? В морду, потом в коленочку и... Подбили. Все, в принципе, прошли. Ничего тут сложного не было. Идеальная победа. Поднимемся сейчас или нет? Нет, не поднимемся, еще слишком рано. Вот со следующего боя, скорее всего, да, мы с вами уже рванем. Ну что, здесь у нас 13-13, вот, 14. Вот этого мы, пожалуй, и возьмем. Так. Вот этих вот ребят возьмем. Я думаю, тут одного Бакстера будет, наверное, достаточно. Со своими мышками. И со своей смертельной волной. Да что ж такое-то, а? Он первый ходит, а? Не, у него инициатива-то будет покруче, получается, да? На, получи, гаденыш. Давай еще вот так вот тебе. Ать, нахлобучили? Нет, не нахлобучили, ребят. Ну все, маузеры пошли.
Вот так вот. Вот это хорошо. Просто великолепно. Слушай, фанат черепашек, а, блин. Давай-ка его кулачками. Бум. Блин, выстоял. Ты смотри-ка. Стойкий оловянный солдатик. Хорошо, но это было ненадолго, поверьте мне. Вот, все, он уже отдыхает. Выпускаем крыс. Что-то как-то не очень сработало хорошо. Ну да ладно. Упал у нас Рафаэльчик. И мы с вами двигаемся дальше и поднимаемся, наверное, в лигу двухзвездочную, да? Я рассчитываю на это. Ну, да, ребята, элита 2. Отлично. Погнали дальше. Так, и выбираем с вами кто-кто-кто, что... Нет абсолютно никакой разницы. Тогда я возьму, пожалуй, вот это вот. Эх, карточек все меньше, меньше и меньше, ребята. Ладно, давай вот так вот. Что у нас там еще? Блин, на две заходочки не хватит, ребята, к сожалению. Эх, а хотелось бы. Ну ладно, будем разбирать. Сколько хватит, столько хватит. Так, давай-ка, Майк, массовым. Отлично у тебя получилось все. Паукус. Все, Карайка отдыхает. И теперь... Да, давайте, пожалуй, Донни накажем. Потому что он любитель тут защиты всякие ставить, которые нам не нужны. Так, Бибоп. Ну да, давайте Бибоба разберем. Мы ему еще и атаку понизили. А у них у всех пониженная атака. Так что пускай даже не пыхтят. Что ты там? Ты даже урона не нанес, ё-моё. Как правильно, ребята, у нас 40-40 уровня, а у них 28-й. Даже 30-го уровня нету. Чего они хотят? Ничего. Все, добиваем. Нормуль. Двигаемся с вами, естественно, дальше. Ну, хорош. Просто можно, конечно, было бы взять не 5 персонажей, а, предположим, 3 всего лишь. Ну, тогда мы с вами будем получать... бонусного мутагена в разы меньше и подниматься по карьерной лестнице гораздо дольше. Так что нет смысла. Лучше всех использовать, потом подождать определенное время. Там до какого? До 30 уровня мы сейчас с вами дойдем. И естественно, в следующий раз, когда я буду играть, мне будет проще в плане того, что я начну играть с 30 уровней. Это где-то вот отсюда. То есть и пока дойду до максимальных, у меня еще будет там 5 или 6 боев. То есть я считаю, что это будет хорошо. Ну, давай так и вот так. Нет, вот так. И сколько он остается? Да, у нас еще остается ровно на один бой потом. То есть это вообще шикарно. Так, ну что ж, давайте разбирать этих. Так, полетели кунаи. Тыч, довольно неплохо прибомбили. Ну и Шреддер, я думаю, завершит все это разглагольство. Что там писано? А, мне пришел подарок в Хастлкаст. Надо будет зайти, кстати. Сегодня, ребята, вроде у меня получает уровень персонажа. И, как говорится, будет очередная серия. Ну что же, сколько мы? 760 мутагена получили. Отлично. Так, двигаемся. Да, ребята, элита 3 звезды. Погнали. У нас как раз с вами еще на одну бойню хватит. Вот этого возьмем и выбираем наших персонажей. Так и вот так. Погнали. Здорово, ребята. Как жизнь молодая? Соскучились, поди. Ну, получите тогда бомбочку замедленного действия. На, теперь своими ногтями. Все, ребята, стреляем. Смотри-ка, держится еще, а. Или делают вид, что, типа, еще нормально. Мы еще повоюем. Да, мы еще повоюем. Да, по-моему, даже никто не успел удар нанести. Хорошо, ребят, мы победили. Давайте мы сейчас, наверное, с вами... Или не стоит? Нет, потратим. Потратим мы с вами вот эти вот билетики на откат. Блин, или не надо? Или не надо? Слушайте, не надо. Скорее всего, мы лучше сделаем, когда я дойду еще повыше, еще получше, там уже... Когда будет вкуснее, как говорится, куш, мы будем там тратить. Конечно, хотелось бы мне, ребята, сегодня поиграть в сюжетку, но вы прекрасно знаете и помните, что это бесполезно на данном этапе. Слишком слабенький. Хотя у меня и Крис уже подрос, но если мы его раскачаем до 60 уровня, да? Ну и предположим, хотя бы Рахзара еще раскачать, или же вот этого вот чувачка.
то тогда вполне мы с вами смогли бы пройти. Ну, а пока нет смысла. Нет у ребят даже возможности такой. Помните, да? Как она нас бомбит. А в режиме сложности на 6 главе, ну, вы сами прекрасно помните, тут вообще нереально. 64 и 66 уровни. То есть нам еще очень долго здесь повоевать, как говорится, не предстоит. Ну что, ребятушки, вроде бы как и все. Давайте мы с вами будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим играть в эту замечательную и удивительную игру. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.